Вот такая речка. Течение у нее просто обалденное. Она не глубокая, можно ее пройти вброд. Наверное, вот до сюда будет примерно, да? Ну, вообще, там такое течение сильное. Мы сейчас с Артемкой моим 5-летним пошли, ну и с Маринкой. Она немногим старше его. И вот туда-туда идем, плывем, Артемка так плывет. А потом еле-еле обратно шли, еле-еле, с большим трудом. Маришка за меня уцепилась тоже, не могла вообще двигаться сама в эту сторону. И собаку даже боялась, что-то не выплывет. Ну нет, а нормально. Вот, и вот сейчас мы выбрались. Еще босоножки вот такие, Артемкин желтенькие. Тоже норовили соскочить с его ног и уплыть. Несколько раз за ними гонялся. Но речка классная, речка классная. Прохладненькая такая, конечно, по сравнению с морем, но в целом интересное. Течение сильное, конечно. Каменистая такая везде. Так что можно по ней по всей ходить вот так вот. А с нарукавниками, как Артемка, плавать вообще здорово. Несет. Главное только знать, где приземлиться. А то там камыши были, мы вынуждены были идти обратно долго по речке. Где Аня? Ну, может быть, куда-то отошла? Она с вами была? Нет. Она с вами пошла?